Кван Хвамун – главные ворота на южной стороне дворец Кюнбагун. Первоначальное имя было Наммун, но название было изменено. Кван Хвамун во время правления короля Сиджона. Его переименовали в Кван Хвамун. Означает «Великая добродетель короля освещает вся страна». Здесь находится пара статуй Хайтай, созданная в 1395 году. С обеих сторон двухэтажного павильон перед Кван Хвамуном, но их временно перенесли во время реставрационных работ в Кван Хвамуне. Всего на Луне Кван Хва трое ворот. Средние ворота предназначены для короля, а остальные ворота слева и справа – его подданные. На потолке Кван Хвамун висят картины «Сузаку», «Дракон» и «Черепаха». В 2010 году реставрационные работы были завершены, и он был открыт. Публике в день освобождения, 15 августа 2010 года, города начинаются раскопки по восстановлению Валдая в 2021 году. Дворец, построенный во времена ранней династии Чосунь, использовался как главный дворец в Сэчжон-ро, Чоннобу, Сеул. В 1963 году он был признан историческим местом. Его еще называли Букгваль, потому что он находился к северу от столицы. Он был основан после основания Чосун династии и изначально использовался как главный дворец. Однако он сгорел во время японского вторжения в Корее и долгое время оставался в руинах. Он был перестроен во время правления короля Гочжона. В конце династии Чосон и некоторое время использовался как дворец. Как только Исонге стал королем, он решил перенести столицу, и в 1394 году, на третьем году своего правления, он открыл Синда Палас Констракшн Дагам, начинает строительство дворца, строительство которого было завершено в следующем году. В то время размеры дворца были невелики, около 390 номеров. Главный зал Кэнджанджон состоит из 5 комнат, в верхней и на нижних этажах есть Волдай, и есть 7 номеров, включая Банду Хэнг, Гэнчжон Мун, Чхон Званил, Гакню, Иган Нянчжон и Йон Сэнчжон. Помимо 3 комнат в королевском дворце, 3 комнаты для Кён Сончжон и 5 комнат для Попхюнчхона, ежедневного кабинета короля. Верхняя палата, были подготовлены центральный офис и 3 военных управления. Название дворца взято из книги от Джоа, уже пьян и уже полон добродетели. Я помогу тебе добиться большой удачи 10 тысяч лет, джентльмен. Он был назван дворцом Кёнбаккун, состоящим из 2 букв от предложения.